Приморье по доброй многолетней традиции присоединилось к всероссийской массовой гонке «Лыжня России». Старт участникам дал глава города. Это наша добрая традиция, и Владивосток здесь, на острове Русский, принимает русскую лыжню. Вторая суббота февраля, здесь традиционная русская лыжня. На старт вышли любители и спортсмены 18 лет и старше, которые преодолели 10 километров трассы. Сегодняшний результат оценил, в принципе, хорошо. С учетом того, что я плохо тренировался последний месяц, пробежал неплохо, а лыжными гонками занимаюсь уже. Это моя четвертая зима по счету. Также за заветные медали сражались маленькие спортсмены. Для них был организован забег на 5 километров. Мне очень нравится трасса. Она очень большая, и никто не может тебя подрезать. Во время забега флаг предстоящих международных игр «Дети Приморья» был передан тренеру сборной команды Владивостока по лыжному спорту Артему Васильеву. Вместе с профессиональными спортсменами он пронес флаг игр по русской лыжне, ведь именно здесь с 18 февраля будут проходить международные соревнования. В этом году самый молодежный город нашей страны, Владивосток, молодежная столица, принимает замечательные соревнования. Дети Приморья. И флаг проехал практически через весь наш земной шар. Совсем недавно он был в Узбекистане, он был в Китае. Сейчас он в Владивостоке, и буквально через несколько часов он окажется в Белоруссии. Отметим, что «Лыжня России» на протяжении многих лет является самым масштабным по количеству участников и географическому охвату зимним спортивным мероприятием в мире. Евгения Брыкина, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.